Так, мы нашли EM лазер. Вещь любопытная. Различие между обычным лазером я пока не нашел, к сожалению. Думаю, я найду. Хоть так, это заряжено это. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-ра-та-та. Надеюсь, он не спалит. На. Попал. ЭМ-лазер, кстати, выглядит покруче. Включение. Но свет этот фиолетовый мне как-то. Ага, и лазер он врубает противника. Ах ты прыгучая дрянь. Лёд. Это радует. Так, что там валяется? Гранатомет. Ну, гранатомет упускать нельзя. Мы уже заметили, гранатомет вещь очень нужная. Эй, а чё, он ехать не может, что ли? Так, чисто, чуть-чуть. Ой, позорище. Вот так, с двух рук буду мне обсаживать. Ладно, хоть по-быстрому бочки покрошили. Ой, сука, я тебя взорву. Нифига себе, я сбил ракеты. Забрались наверх. Сейчас будет схватка. Причем такая нехиляцкая схватка, блин. Эти схватки, кстати, не очень наш ПМ подходит. Ладно, сойдет. Эй, танки уехали. Там у них вообще задница становится. Здесь кто-нибудь упадет. Блин, охеренно огромный танк. Я с одним-то сколько намучился. Вы что, издеваетесь? Иди нафиг, родной. Я тебя не хочу. Ой-ой-ой-ой, половину жизни сразу, как не было.
Ай! Блин! Как с тобой бодаться, ты? Свинья! Ага, понятно, когда ты раскладываешься, с тобой тогда и бодаться. Отходи, 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 блядь, шевелись! Говна кусок! Критической ситуации. Ты критических ситуаций не видел. На тебе еще. Вот эта ракета была. Она так медленно летела. Но это было эпично. Ой. Так что ли, вот допинать или ДБМ добраться? Нет, так я его вряд ли уж допинаю. Ай! Ну давить-то зачем? Ты неудачник, блин. Ты меня достанешь. Крюк зацеп, ядрен батон. Давай. Давай, показывай там свои штучки. Запрыгивай, блин. Ай, дурак. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну это вообще, это... Это позор просто, ну... Наверное, я бы его все-таки допинал бы, если бы остался бы. Крышка катится. Мать их, вот, вот. Что происходит? Танки другие. Разрабы, ну вы чё? В чём вы только думали, а? Ну пьяные были, я понимаю, но не до такой же степени. Бодай его! Ракета так взрывается, как я понял, что даже в нашу БМ трясет. Давай, блин. Да чтоб тебя, как ты... Ладно, ладно. Это беспредел. Отвечаю, это беспредел. Давай. Ван шанс. Агата Тюнерис. Давай, блять, твою мать. Грёбаный таджик, а? Я ничего не имею против таджиков, но... Не кривых, как ты. Ох, родной, у нас очень мало энергии. Если ты, блин, не встанешь, не... Давай, наконец-то! Вот отсюда его запинать, во-первых... А, это наше, блин. Твою мать! Его, во-первых, и отсюда можно запинать. Медленно так. Ох, ох, трясёт, трясёт, трясёт как. Давай, сейчас пользуемся.
Во-вторых, мы его отсюда пинать не станем, мы будем его отсюда пинать. Ну, он хоть что-нибудь сюда валяется. Мне нужна какая-нибудь куколка. Какая-нибудь куколка, которая сможет порвать эту дрянь. Мы ж мы так... Эй! Понятно, пулемет даже мальски не обеспечивает урон по этой дряни. Пулемет нужен лишь для того, чтобы забивать ракеты. Как ты проехал сквозь грёбаную колонну? Буги вокруг колонны, да? Думаешь, самый крутой, да? Похоже, что да. Ну-ка. Давай, цепляйся! Цепляйся, придурок! Почему ты умеешь цепляться и прыгать только вверх? Ай, 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 ой, ой, ой. Ё-моё. Просто избиение младенца. Грёбаный ты невок. Может, это сработает. Еще одно, еще одно. Еще одно. Вообще эффекты нулят, понятное дело. Похоже, он из пушки прямо меня попал. Скорее всего, вряд ли оторвется просто так. Ладно, берем последнюю БМ, что смогли найти. Кошмарно. По нам из танка пушкой стреляют. Блять, ты что такое-то? Блин, энергии-то вообще нет. Давай, напрягись, родной. Одна за один снаряд. Кошмар, один снаряд и все. Нам же этой байзе больше противопоставить-то нечего. Ты
потрясающей энергии кончился. Ладно, это должно сработать. Давай, последнее. Да. Лучшая пушка игры по праву. Статус лучшей пушки игры по праву достается гранатомету. Капец, задница. Вообще не босс, а фиг знает чё. Ну и набегались мы с ним. Ну ладно. Посмотрим ролик. Я поражен. В одиночку уничтожить целый комплекс. Это главный злодей. Обычный человек тут бы не справился. Что-то не так. Я не вижу признаков жизни в окрестностях. Кто вы такой? Деннис Айзенберг. Я отслеживаю операции Невек на этой планете. А кто ты такой? Вейн. Совершенный мир без акридов. Проект Фронтир — это то, что освободит колонистов на этой планете от жуткого кошмара. Полвека. 50 лет — долгий срок. Кое-кто решил предать нашу мечту и подался в снежные пираты. Наша вина, что так произошло. Мы были снисходительны, и это нас погубило. Да, упору да, да. Мы чувствовали себя в долгу перед бывшими товарищами. Это были исключения. Если бы они просто отправились своей дорогой и держались от нас подальше, тогда у нас бы не возникло проблем. Но они так не захотели, и им пришлось платить. Своей жизнью? Иногда. Это не просто убить того, с кем ты был в дружеских отношениях. Это вы убили моего отца. Твоего отца? Я? Мой отец хотел покончить с проектом Фронтир. Так ты сын Гейла? Ну заканчивайте уже быстрее. Я хотел, чтобы Гейл вернулся и разделил мою мечту. И вместе... вместе мы бы достигли цели. Тут сейчас азиат психанет. То, что здесь случилось... Как насчет этого? Нашел что-нибудь? Сигнал очень слабый. Почти нет отклика, но это... Гейла тут нет, но я хочу, чтобы ты увидел, откуда я пришел. Нам многое нужно наверстать. Я уверен, мы сможем понять друг друга. Так же, как вы с Юрием. Он хотел взгляни! Того, на чем остановился. Ну ладно, хватит болтовни.